Всем привет, ребятки! Меня зовут Люцис, добро пожаловать на мой канал. Сегодня у нас рейд базы Player 7218, для которой понадобится одна сишка и порядка 10, а может даже больше обычных топоров. Ну, либо 5 или 6-7 железных. Взрываем вот где-то тут, как раз один ящик взорвем. И здесь у нас 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 12, 13, 12 ящиков. Готово. От трех волн я избавился и очень сильно нашумел. Ну, не я, а зомби. Я забыл про вот эту вот хрень, которая тут находится. И пару раз зомби там пробежались. Это не есть хорошо. Я где-то себе два ящика профукал с этим шумом. Ну, может, полтора. Давайте вот этот ящик еще открою. Вот этот еще смогу открыть, в принципе. И, наверное, еще один где-то ящик я смогу открыть. Так, давайте этот зелененький откроем, посмотрим, что в нем. Так, 97 шума. Окей. Так, тут генератор, если что, есть. Кому интересно, стенд сломать нет смысла, он пустой. Давайте начинать. Так, тут слитки есть. Так, топоры сюда. Уголь заберу. Ну, пока это тоже возьму. Так, тут скар, на удивление, изолента. Можно схавать. Ну, больше меня ничего не интересует. Дальше кожа, шкура, вода, неинтересно. Бензин, железный топорик, пластины. Сеты, кстати, есть еще. У меня сет, в принципе, нормально. Давайте заберу его. Лишним не будет. Или будет. Так, здесь ВСС, бензин, микросхема, лом. Меня это особо не интересует. Так, а здесь тоже ничего интересного осталось тут. Хотя нет, я еще пару ящиков открывал, да. Вот изолента тут заберу еще. Это меня не интересует. И вот этот, а я этот тоже успел открыть. Тут два фильтра моих, а здесь чего? Еще фильтр, еще топорик. Хорошо. Два стака батареи, кстати, еще лежит. В принципе, я смогу открыть остальные ящики, даже с учетом громилы. Я пока сет сюда положу. Топор пусть так лежит, бензин сюда. Уголь, ВСС, кар вот так вот положу. И, в принципе, места еще довольно-таки много. Можно надбить ящики и потом их... Так, какой тут ящик? Так, этот я смотрел, получается, раз, два, три, раз, два, три, раз, два, три. Ну и, собственно, вот этот мы сразу открываем. Четыре. Так, здесь ничего интересного. Тут микросхему можно взять. Тут тихо. Не убивай меня. Так, Рамилка, давай-ка ты вот куда-то сюда мы отбежим с тобой. Это тут замедлю и пойду открою последний ящик. Ну, не думал, что смогу все открыть. Это я заберу просто и можно отсюда сваливать. Так, Громила. Вот он. Не знаю, ладно. Вот так вам лут покажу, а вы уже сами смотрите, думайте, стоит это взрывать или нет. Ну, в принципе, два оружия топовых есть, плюс какие-то ресурсы, неплохо. Думаю, можно и взорвать. А на этом все. Пока-пока. До скорых встреч.